По пути в тюрягу Тим рассказывал Тазику историю про своего старого друга Булика. О том, что он отлично разбирается в различной технике и любит конструировать разные механизмы для взлома тачек. Рассказывал, как вместе они начали заниматься воровством, как угнали тачку у деда и случайно убили его. Потом, как они познакомились с крутыми угонщиками и под руководством гоблина заработали кучу денег. Но потом начались проблемы. Булика арестовали, и он предал Тима. Полицейские ворвались к нему в дом, но Тиму удалось скрыться. А Булик в итоге оказался в тюрьме. Так-то Булик неплохой парень. Он поможет нам. Почеши мне спину. Какой у тебя план? Смотри, это то, что надо. Ах ты мелкий засранец! Булик! Тим, почему у тебя бантики на голове? Потом расскажу, это долгая история. Запрыгивай в тачку! Что-нибудь! Ты же гонщик! Офигеть! Куда они делись? Мэнди пришла в сознание, обнаружив, что находится в какой-то камере с кучей измученного народу. Выпустите меня! Где я? Что тут происходит? Никто не знает. Я тут уже несколько дней. А я? Тебя принесли без сознания этой ночью. Нужно отсюда выбираться! Может быть, это поможет? Держи. Я уже звонил в полицию. Говорил им, что меня похитили инопланетяне. Но они не верят мне. Думают, что я их разыгрываю. Ты меня слышишь? Мэнди, ты жива? Где ты? Я не знаю, в какой-то камере. Тут инопланетяне. Мы спасем тебя, обещаю. Your battery is running low. Черт!
Мэнди, ты меня слышишь? Быстрее, Мэнди жива! Ага. Мэнди оставалось только ждать, когда тазик с друзьями спасут ее из заточения. Тим, Тазик и Були наконец-то доехали до загадочного канализационного люка. Подойдя к нему, они обнаружили, что в этот раз люк был закрыт. И как нам его открыть? Мэнди говорила, что папа нажимал какую-то кнопку на гидранте. Чертовщина! Это еще не все! Идем дальше! Сможешь взломать эту дверь? Ну я попробую! Мы вытащили тебя из тюряги. Прости, я сделал все, что мог. Проваливай. Булик бесцельно шлялся по улицам города. Во время прогулки ему стало еще грустнее. Похоже, меня ждет такое же будущее. Ого! Что там происходит? Булик увидел какого-то малыша, который с помощью смартфона взламывал автомат с мороженым. На малыше была надета какая-то странная маска. Салага? А уже продвинутый хакер? Неужели это та самая SCP-маска хакера? Как-то в тюрьме по телеку показывали новости. Там рассказывали про загадочную маску хакера. По слухам, эта маска наделяла любого жителя Роблокса невероятными хакерскими способностями. С этой маской я смогу взломать двери в канализации и доказать Тиму, что я нормальный пацан. Отобрать маску у ребенка не составило труда. Булик вырубил маленького хакера и забрал маску себе. Ну что, проверим, на что ты способна. Надев маску, Булик почувствовал, что стал в 1000 раз умнее. Теперь его возможности в программировании стали безграничными. Подойдя к загадочной двери,
Вулик достал отобранный у малыша смартфон и приступил к взлому. Он с легкостью взломал систему защиты. Дверь открылась. Тим, я взломал эту дверь. Что? Каким образом? Вулик, ты молодец! Теперь я стану повелителем Роблокса! Ха-ха-ха-ха!